Короче, А, отдали еще уже. ИП, ИП. ИП и Даня на пристат тоже, потому что я с пристат тоже не могу ИП ГП ничего делать. Я буду. Началось, ебаный рот. Да, сначала. Чисто нормально. Фига, завоз 150. Да, звука 200. Так, вот. Я вот чувачку микрофон замучу. То мне кажется, РБК сложнее, чем ОС. Плюс 3 у вас сложнее, чем РБК. А, вы на плюс 3 ходили? Ну, плюс 2. Ну, в принципе, говорю, что плюс 3 сложнее РБК выходит. Ну, так, по ощущениям. Этого рейда ливать или нет? Ну, там если ты рейд идешь, то ливай. Не, а, подожди, иду. там у СНК же КД было, там не вешает КД, когда заходишь на это. Ну, сейчас не должно, потому что я лидер. А, стопэ, покинь. Нет, вешает. На 4 пати надо, дурацкая тема. Да, просто в гриду плюсуйте и все, кто в Накс идет, собирай. Бля. Помню, в азардах на S2 была Орна, у Рела стоял какой-то макрос или что-то, просто на плюсы инвайтило всех. И у половины гильдии стоял макрос на плюс в час. Ну, у меня такой есть. Быстрее делать. Рейд, 25-ка. Все, полетели. Быстро заходим, суманим локом. А я уже тут. А, ну тогда ставь, да. Заходи. Че, ну у вас там, наверное, нормально народу, да? Наверное, я не... Давайте, нужен. Собирайте. Ну да, наберется. Где там Телдрин? Телдрин, ты давай иди сюда. Харе там булки нет. Егорка, ты нужен по-любому. Тоби не закроет. Егора, как же без него. А, ну Войт еще есть, точно. Че за барсук? Сейчас просто давай всех разденуем сначала и посмотрим, что будет получаться. Ну тыкайте, ебать. Это барс. Ну что там, пати? Там буксола в сову, наверное, придет. У меня сова 208. Сейчас оденусь, сова надеть, можешь сразу смотреть. Да я тебе кидаю волшебник, что ты там пишешь. А ты же в пати все. А у нас ровно, да, 25 как раз вырисовывается. Но иди, у тебя кроме дерева есть что-то? То, что что-то мне не очень нравится твое дерево. Давай, прыгай, братан. Че, мне тогда на дерево? Хочу какать на дереве, Алиса. Для меня свои шедевры. Я хочу какать на дереве. Все, 5 лет. А, нечаянно, да, прыгай, конечно. Блин, у нас этот... Надо слот под... Под дядю не... под нечаянно кого-то убрать. Барсук не ходил с нами, Ока. Кто это такой? Знакомый? Первый раз вообще слышу, вижу. Может, барсука как раз на нечаянно поменять? С
смотри там, Сань, сам. Главное, чтобы было людей много на проходку и чтобы этот рейд закрыл. Ну, нечаянно как раз это, на проходку. Причем я его в прошлый раз братануть пришлось, потому что у нас нет. Смотри сам там. Ты еще Марлу подожди на своем шамане. Получается 208 шаман. Кто у нас тут по этому левелу вообще самое дерьмо? Смотрим. Так, и Химдаль нужен тоже в рейде. Ноги 200. 202 маг. Блин, Бону. Слушай, ну надо пододеть твоего ноги. Все-таки это не канает. Вот так не делаем. И надо Барсука, наверное, менять. На Торнадо. Да ничего, просто Торнадо уже второй раз барожу. Это нечаянно. А, Твинкл? Да. Ну давай. Че за Твинк, ноги? Там вообще пиздец. Ну это этот хэпал наш бонус. Все, короче. А, вот. Давай, ноги в следующий раз пойдешь тогда. Извини. Да, хавайте, ребафайтесь, речи фастом, фаски сразу пейте и все, идем в воемку сразу. Можете сумануть, пока в начале. Сумонимся сейчас тоже. Смотрите, у меня-то проходка у буксала есть. Если кому надо, я ему на ластату уступлю, пусть идут, проходки заберут. Я за шмотом. Проходка? Проходка это фул рейд. А, это фул, все понял. Да. А, у нас тело одно лишнее в инстену. Один не просумонится пока. Надо, чтобы вышел, кто там, ноги или кто там. Ну, протальнулись уже. Кто-то бегает, он там, да. Не хочу какать, ты для чего это спрашиваешь? Ты не на фул? Ты ливнешь потом? Да, хочу как. Если хочешь ливнуть, иди с пугами сразу. Я вот людей, блин, убираю, а ты, блядь, просто... Слушай... Парень, ты уже в прошлый раз ХП получил за то, что ливнул с Накса. Ноди, у тебя перс не ко мне, нихуя. Как, ну, пиздец. Что ты хочешь? Вы в 25-ку идете, хотя бы камни и чарки делаете. Твинками. Что там, пошли и башить или еще трэш? Ну что, давайте, все, всех саманули, все, давайте, погнали. Первый у нас военка, как обычно. Залив без предупреждения и объяснения причины дают 200 ИП, по-моему, если не больше. 200 ГП. ГП в смысле. Дай этого лутера сразу. Сейчас, секунду. Че стоите? Так, кто танк? Я, ну, как бы, кормах, ты еще. Ну, че стоишь? Давай, пошел. Время, как бы, мы проебали овер до хуя на эти два места, которые затратили. Ничего. Пусть сидят тогда до того. Ну понятно, что ты не хочешь. Бегом все покурите, кто хочет. Потому что следующий этот передых будет только через два квартала.
портала, перерыв, два портала, перед сахароном будет перерыв. Два перерыва. Но если будем тупить, перерывов будет меньше. Бля, я только заметил, а вы-то без хопа ловим. Ну чё? Вообще не панацея. Ну, по факту, да, можем поебаться. Ну, а чё вы? Вы же сейчас пулите, чё вы делаете? Пуляете своё дерьмо? Пытается быть так аккуратненько. Трэш там выпал. Макс, подвеска. Не понял, какого-то такая кровочерви, что ли, в каче? А где она? Я не могу прокликать, да. А по какому нам обидчу? Торнадо в Дискорде? Что в Дискорде? Торнадо. Вот где подвеска, блядь? Кто? Где? Где? Вот здесь ты, блядь. Где? О, нашел. Тебе надо с них спек и убрать у себя кровочервей. Ты, она в смысле боешная, прям? Она нет. Не боешная, я просто себя забрал, ничего не скликнул. Читер. Потом раз, блядь, сейчас босс убьем, раз. Дойдем до босса. Да не важно, вагон или нет, ты нас просто вайбнешь где-нибудь. Так что кровочерви ты 100% должен убрать. На хайде не ты нас вайбнешь. Потому что они могут... На келе мы. Ну, да. И на келе тоже можно. Просто я помню, с пугами ходил, короче, там в ДК эти кровочерви почему-то, блядь, побежали в комнату соседнюю. И тут трэш пришел. А вот такая все, ну, постоянно такая тема. Шкаф поставься. А ты рекольте пока. Так, вот эту хуйню кому надо, Рон? А что ты? Женек, у тебя тоже кровочерви. Иди тоже слетай, убери их. Чё там, кроме кровочервей, нету талантов нормальных? Женёк, лети, убирай их.
Да он просто спекнется и все, чё от него я их. Да. Но зато вайпают рейд. Да, корявая тема. Да, в Ноксе. Типа, хочешь потестить, панцы? Я думаю, что ГП лишнее. Так, как мы будем? Наверное, надо будет учеников забирать. Меткость есть у тебя, Макс? У меня ноль. Отлично. Отлично, с моим контролем может быть косяк. Ну да, ну типа, блядь. Винесса, у тебя там тоже два хила спека без меткости все. Понимаю. Ну, короче, давайте, решайте, кто из вас там на КМ-3 будет МК-шить. Агонист. Она. Медведя никого нет у дрейдов? У Алисы еще не одетый. Ну вот еще кот, тут буксоус, ну. Буксоус, у тебя есть медведь? Так вот. У нас, блин, у нас Курам танк, у Пича есть прот, у Вайда есть прот, у Телдрина есть прот. Типа, 4 танка же есть. Финли, Войд, Курам, Пич. Ну давайте 4 танка пробуем. Дайте портал, Долоран. Че, на ретаун так будет или как? Да, на ретаун. Маги, дайте портал Долоран. Индус, а, давай, там. Жги. Объясни пока, как по ретаунтах. Сейчас я вам сделаю, секундочку. Ну смотри, видишь 4 манекена, да, вот эти мобы стоят, ну то есть они стоят квадратом, видишь? Mm-hmm. Он те метки ставит. Вот эти босса квадратов, то есть он, допустим, с черепа начинаешь, да, он, допустим, бежит квадрат. Он уже подбегает босс к квадрату, ну то есть он не должен доходить прям вот, прям до квадрата. Ну не, вот, то есть не прям в упор. Уже его луна на себя, говорит, он бежит в луну. А говорит, уже крест, и вот, ну, вот так по квадратам его выводите, короче. Короче, по диагонали катать, чтобы он не ударил. Так, нет. Смотрим. Нет, чтобы не по диагонали. Смотрите. Сейчас вот танки у нас, которые пропитаны, они у нас идут по меткам, которые на них расставлены. Так, Карам, да, у нас МТ. Карам, ты сначала ловишь инструктора и ученика. Остальные все расходятся, сразу с него снимает, получается, Финли. После Финли, как только до него добегает, когда Финли, Пич перетаунчивает. То есть, смотрите, вот видите, срез у нас, господи, метка трусики. Вот представим, что шкаф — это танк. Я такой разубий, я разубий иду. О-о-о. И вот в вот момент, когда я вот подошел к шкафу, но еще не добежал, нажимают таунт, и я такой, о-о-о. Вот так это должно происходить. Все поняли? Пич кидает бдилку на всякий случай на Финли, Карам кидает на всякий случай на Войда. Так, ну чё, есть еще вопросы у кого? Да, он там будет часовой в стрелке, что ли? Да, вот как сейчас Розуви идет, в принципе, так вы должны его вести по таунту. Это примерно по зеленому кругу должен бегать Розуви. Каждый танк ловит себе одного ученика, чтобы там у варов рага была, я не знаю, еще что-нибудь.
Все понятно. СС, дайте по Финли, Эми, по Финли? Я уже дал по Финли. А, молодец. Так, кто у нас? Некроникс. Некроникс, ты у нас дашь по Караму. Потому что у Вайда есть второй шанс, а Пич просто жирный. Мне сначала куда его выводить, на какую метку? Кто говорит? Карам. Ты видишь, где крест? Да, ты, все понял. Ты в кресту. Тоже. Вот, идешь к себе на метку. Там. Как только все стали, сразу же Финли дергаешь на себя. Там уже дальше Пич подхватывает и так далее. По кругу его водите. Давайте, пробуем. Мы такое раз 10 уже проворачивали, правда, другими ребятами, но какая разница? На кого сейчас напулить? Так, у нас два пала. Че вы там, это, каски кто раздает среди вас? Телдрин. Телдрин раздает каски. Войт раздавает кулак МП5. Космополит. Кому-то не раздал, молча. На кого напуливать если что сразу? На Карам. Он первый. Угу. Все, давайте, короче, это. Космополиту маленький кулак дайте и все, погнали. Все, все, вперед, вперед. Давайте, победа ждет. Кто вот это вот, вот это вот, вот гадость сделал? Ну-ка, сейчас ГП дам. Забери ученика. Молодец. Так, все, давайте, давайте, давайте. Пич. Молодец, Войт. Огонь! Вы срастили? Так, вот вам Гера, погнали. Здесь не сорвется. Так, БР Финли, Космополит, БР Финли. А, у тебя СС, все. Так, а че, Некроникс, у тебя ты СС давал? Убьют, блядь, меня сейчас. Пич долго тончишь. Да, я забираю. Че-то вы не в ту сторону. Давайте уже против. Ну, против часовой тогда ведите, понимаю. Так. Забафали Карама, быстро. Ну, пич таунти, алло. Он подзавис, походу, блядь, че за хуйня. Финли, забери, блядь, эту хуйню, которая должна на тебе быть. Ну, прием, блядь, таунтите с него кто-то. Пич, да? Пич. Пич, ты че там? Ну он походу вылетел, блядь, сейчас. Не, у него промахер. Меткости нету, сдавносливость есть, блядь. Понимаю, глифа нет. Так. Буксол, буксол, рез, БР, Финли. Забафали Финли, каску. Хорошо. Если видите, что с вас не забирают, сразу прожимайтесь, не ждите. Танки, вы хотите их учеников забирать? Ученики всегда должны быть на вас. Пич, забери на себя. Понимаю. Так, Алиса, давай. Давайте лучше ученика контрольте, но... Пизду. Он дотанчит уже до конца. Да мы уже убили. Давай, срывай, Финли. Вары на будущее. Глиф на таунт, он чуть ли не топовый. Он... Я держу, босса бейте.
Ученика подхильте только моего. Да не надо ничего твоего подхиливать. Ну, добивайте. С учеников просто сорвут. Ой, простите. Все, добиваем. Резаем павших. А вон еще ученик. Где? Че, не станет, а дальше идите. Все, пошли. Кто, блядь, под боссом? Так, Финли, остаешься в танке, остальные в ДД. Ты же на успех не клонял, ну охуели вообще. Ну, Карам, ты в смысле МТ, ты тоже в танке. Да, я понял. Так, рыбу поели, павшие. Да и вообще все поели, кому не лень. На ту сторону. На ту сторону пойду я и Винесса. А, и все милики. Танчить там будет у нас Карам. Финли, будешь здесь танчить. Давайте перейдем, я посмотрю, как оно вообще. Играбельно, не играбельно. Так, милики все перешли уже.
я хочу посмотреть. Карам, ты тоже сюда идешь? Так, наверное, Буксол еще иди к нам. И Альфа, давай. Альфа написал, что отошел только что. Значит, Верзевул иди. Все пойдет. Нам хватит быстро заливать. Давайте РЧ. Так, Альфа зашел внутрь, да? Ну, все, да. Пуляйте, пуляйте.
И еблят вам на смотрю. Что делать, люди добрые? Вообще ебут, я спасу. Это больше фаза. Крепились, блин. Хочу какать у вас, так что все нормально с нами. Крепиться не нужно. Нужно отойти, чтобы стак не ловить, ребят, к стеночке. Мне похуй. Ну, я не тебе говорю. Но мне все равно похуй. Ну, так-то да. Тут Локи так дамажит, я, блин, агру не могу удержать. Просто сингл таргет не могу агру удержать. Значит, ты плохой танк. ДК не... Ну, в смысле, ДК спамит одну агробилку, типа, и все, ему... Две. У него не одна агробилка. Как минимум три. Две в соло-цель. Третья лучше, но тут она более к трэшу относится, а не к соло-цели. Тут как бы трэша нет, можешь кидать, как бы ничего страшного не произойдет. Не, ну я знаю, там грипп есть, там таунт, там. Грипп, да, таунт, ЛПшки. Не, ну это именно генерация агро, не таунт. Ну это все генерация агро. Ну, подожди, таунт сам по себе не генерит агро. Таунт он срывает максимальное агро с того, кто кто сейчас этот. Кто сейчас мейн цель, как говорится. То есть тебя сорвали, да? Ты таунт нажал, все, но агро он тебя это. Угу. Ты бдительность на досуге прочитай про того. Он ДК. А, Финли. Чё здесь Финли? А, я думал, это Варг. Вар в теме. Чё вы, сука, встали, побежали, блядь? Нет. Там стаки. Кыш, блядь. Не орите, кыш, блядь. Так, это моё, блядь. Чайка, блядь. Так, волшебник. Ничего себе, ничего себе. Так. 3 КД я ее не видел. Чтобы у тебя агро так, было, ты выручку. Димон, у тебя есть, да, стрингаж, да? Вот у меня, да, есть. Ну да, волшебник, да, забираем. Может быть, они облагоразумятся. По УПшную ты поменяешь, блин, надеюсь, да? Да. Она СПД прог, да? Да. Ну... Ага. Так, подожди, тринки у нас в двойном размере, тебе надо... Они писали то, что они в двойном, блядь? Все тринки в двойном, всегда было так. Ну да, типа ладно. Я бы сейчас еще докину. Сколько дашь, столько его. Да, блядь. Он трэш идет. Ну, шмот быстрее отваливает, и фин, да. Все, вообще, я понимаю, Локи, молодцы, ну. Че, это кто-то ролик? Тут же писать можно. Уже. Сюда тебя не могу. Заходите. Внутрь заходим. Освещение, блядь, типа. Не считается там. Но это все равно кто-то вот взял, своей попой покрутил перед ним. Лужу кинули. А кто у нас смог пилить может? У кого он чем? Короче, я тебе все скидываю, ты пылишь кристаллы мне или в ДБ. Блин,
Блядь, вы пошли мне. Засуньте меня, блядь. Ну, шкаф-то. По говну бегаю. Кто будет это самое? Сейчас. С диваном играем. Ну какого-нибудь хила сейчас туда запулим, наверное, Алису. Сейчас офспек с ГП или нет? Офспек за полу ГП. А, ну. Одевай танка себе, понял? Да нахуй мне ГП на танк. Ну, ты в десятке не сможешь ходить, я тебе, ну, сразу говорю. То есть ты будешь максимум попадать, когда я твинком буду собирать, это максимум. Ну и мне нормально танк пойдет. Тогда, вот так говоришь, пойду, дайте... Потом разберетесь, короче, Войду этот Некроникс, дай СС по Войду. А тебе разбафывай. Алиса, давай, дуй. Давай, Войд, действуй. Красавчик. Быстренько Войда сейчас забафаем и пуляй сразу. Так, Финли, ты успекнулся, что ли? Да. Че, команда была спекаться? Ну-ка, быстро обратно давай. Пока Войд бафается, чтобы он спекался тут быстро. Пусть танкует человек, который ролит на там... Тебе, русским языком или каким, ну, там, непонятно или что? Ну я подумал, смотри, я ДПС. Ты подумал, я просто спекни с танка. Пиздец. Давай ты потом подумаешь после рейда, сейчас команда РЛ, давай выполняй все. И будет все замечательно. Время дивана тянет, там диван дали, у нас время тикает, нам нужно уже пулять босса. Уже 2.5 осталось. Все, оделся, красавчик. Я с ним постою, похилю его. А, стоп, у нас ДЦ есть, иди туда. Я с ним просто. Да, пуляй все, пуляй. По команде Финли поведешь сюда. Я ему скажу. Отлично. Ну пуляйте, блять, ну. Давай, Егора. За все, да. А то, блядь, рейд сейчас убьют тебя, босс. Все, в кучу встали. Блядь, иди, куда ты бежишь? Подбеги ко мне сюда, подбеги. Вот сюда. Вот прям сюда подбеги. Все, да там стой. Да он его к стене поем, охуенно. Ладно. Стой. Я тебе скажу, он побежит. Пока стой. Все, повел босса. К нему, веди к нему, если веди. Заливать этого и побежим в... Мы туда прямо побежим. Бля, ты метка не пустил. Бломе пойдем. Зачем метки нужны, когда, типа... Для чего? Для глупеньких. Для глупых. Чисто пацаны побежали в угол. Ой, все такие в другой угол побежали, да, где босса нет. Давайте больше депеса. Депеса больше, блядь. Вы мутанты нахуй или кто, блядь? У нас тут рейд отборнейших мутантов, бля. Я не вижу никто. Кто-то мутанты. Чё-то я не до конца понял. Один Димон волшебник женек нахуй. Егора вон, все, побежали, да. За всех там отдувается. Что значит мутант? Я тоже не понял. Мутант. Выйдите с лужи, пожалуйста, мистер Индус. Люди Икс. Мистер Индус? Мистер Индус, нахуй. Индус или Индус? Так, танк, иди лови зелика. Давай, Карам, бегом. Блядь. Бегом, Карам, давай. Алису, блин. Хочу какать Алису БР, быстро, бегом. Да уже не надо. Зачем? Надо. Чё орать? Их там есть. Ой, прости. Карам. Карам пополам, Вася Ара, блядь. Сколько там, не знаю.
Карам пополам, блять. Ну, конечно, классно делать это, что, блядь, босс не добит, а вы же перебегаете. Так, в портал никто не заходит, побежим обратно. То есть, просто выбегайте из комнаты, как заходили, и направо бегите. Макс дело говорит. Все слушайте его. Прости меня. Пизда, нахуй. Вас чпокает, блядь. Я что-то не понял, они в миле, что ли, подошли или сейчас? Ну чего-то? Да. Они вот, ну, да там, вон, видишь, где они стоят, лежат? Чисто два братка, блядь. У них еще трансмок вроде как одинаковый. Это просто пацаны одинаковые сами по себе такие. Двое из ларца одинаковых с лица, блядь. Близняшки Олсен. Одинаковых этих, блядь, как голубца, блядь. Одинаковых с яйца, блядь. Ладно, поднимайте их. Армагеддон.